Фототерапия – действенное лекарство. С 2020 года в России реализует проект поддержки людей с онкологическими заболеваниями «Химия была, но мы расстались». Его цель – способствовать успешному лечению и реабилитации онкологических пациенток, используя фототерапию как метод психологической помощи. Проект направлен на то, чтобы разрушить стереотипы и страхи, связанные с онкологическим диагнозом, а также сделать общество более толерантным и гуманным к женщинам, проходящим лечение. Для женщин же очень важно быть красивыми, чувствовать, неважно, как она выглядит. Может быть, у нее нет волос, может быть, что-то еще, какой-то дефект, который она ощущает, но при этом она прекрасна. В ней есть изюминка, и наша задача показать, что она остается прекрасной, несмотря ни на что. Некоторым женщинам даже болезнь, она не настолько страшна, как внешний вид, который ее изменился. Ей кажется, что все, она больше никому не нужна. Ну, вот мне хочется показать, что это не так. Проводит такие фотосессии в проекте волонтерское объединение «Лига онкофотографов». О Лиге Саровченко Татьяна Акимова узнала от знакомых и, не раздумывая ни минуты, решила, что хочет стать ее частью. Опыт фототерапии у девушки уже был. Зная о том, что я занимаюсь фототерапией, знакомый фотограф сказал, что есть такой проект. Я такая: да, это мое, я хочу в этом участвовать, я хочу помогать женщинам узнавать о том, что это не про смерть, это про жизнь, это про продолжение, это про борьбу и возможности. Татьяна оставила заявку на сайте, прошла вебинар по особенностям взаимодействия с онкологическими пациентами на съемках и получила сертификат участника Лиги онкофотографов, одной из первых в нашем регионе. Сейчас она приглашает саровчан, столкнувшихся с этой болезнью, стать участниками проекта. Рассказать свою историю борьбы с раком можно на сайте «Моя фототерапия.рф» или в соцсети Татьяны Акимовой ВКонтакте. Анна Пилипец, Евгений Шикарев, Сергей Рябов. Служба новостей Саров 24.